Всем привет, с вами Жанна. Готовлю печенье песочное на сметане по рецепту из книги о вкусной здоровой пище. Потребуется масло, яйцо, сахар, сметана, мука, сода и ванильный сахар. Муку, сахар, ванильный сахар и соду. Все перемешиваю. Теперь добавляю сметану. Масло. Перемешиваю. Замешала пару минут, еще песочное тесто не следует долго замешивать. Также этот процесс весь можно и вручную сделать. Скатаем в круг. Кладу в мешочек или же пищевую пленку. Поставлю в холодильник на минут 25-полчаса. Тесто подержало 25 минут в холодильнике. Подпыляю стол. Раскатываю. Если при раскатке тесто немного липнет, тоже можно тесто посыпать мукой слегка. Делаю наколы. Формочки обмакиваю в муке и вырезаю. Стараться нужно это делать быстро, чтобы тесто не таяло. Взбиваю яйцо. Смазываю печенье. За это время разогреваю духовку. Ставлю в горячую духовку. Выпекала 18 минут. Получилось с этого продукта 600 грамм печенья. Печенье рассыпчатое, в меру сладкое. Песочное печенье на сметане готово. Приятного аппетита!